В этом году исполняется 30 лет Западно-Алтайскому государственному природному заповеднику, который находится в одном из красивейших и уникальных мест нашего региона. Этот заповедник стал первой особо охраняемой территорией, созданной в независимом Казахстане. Люди, которые здесь работают, искренне любят свое дело и на протяжении долгих лет заботятся о сохранности растительного и животного мира. В заповеднике обыкновенно не работают равнодушные люди. Ведь каждый, кто сюда приходит, осознает, насколько важную роль играет сохранение самого сокровенного, уникальной природы Ридерского региона. Многие здесь работают целыми династиями и передают из поколения в поколение священную миссию беречь и защищать природу. Досталась мне по наследству эта профессия. У меня мама работала 20 лет в лесном хозяйстве. Дочь работает уже больше 10 лет в лесхозе в Ридерском ГУ «Лесное хозяйство». Сотрудники заповедника отметили, что за последние 30 лет, благодаря работе учреждения, увеличилось количество уникальных животных и растений, которые обитают на его территории. Так здесь насчитывается 214 видов животных, 152 вида птиц, 55 видов млекопитающих, 5 видов рыб, 2 вида амфибий и 4 вида рептилий. У нас есть достижения, у нас расширилась площадь территории с 56 тысяч гектаров до 86. Мы признаны мировым сообществом, наш заповедник включен в систему биосферных резерватов Всемирной природной сети природного наследия ЮНЕСКО. Это произошло в 2020 году. В честь юбилея работники Западно-Алтайского природного заповедника, которые внесли большой вклад в его развитие, были награждены благодарственными письмами и вознаграждениями. Ирина Саникова, Анна Мацепула, Мирас Курмангалиев, Ерсен Сатыбаев, Алтай Акпарат.